Учения оперативных служб начались с сигнала на пульт дежурной диспетчерской службы города в 11:37. Согласно сценарию, на одной из дорог горячего ключа произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Некоторые оказались зажаты в машине. Столкновение привело к возгоранию. Спустя считанные минуты с момента поступления сигнала на место происшествия прибыли пожарные, спасатели, сотрудники госавтоинспекции, МЧС и Центральной городской больницы. В тренировке также приняли участие сотрудники регионального центра медицины катастроф. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавшим на месте оказали экстренную медицинскую помощь, определили степень полученных повреждений и доставили в Центральную городскую больницу. Здесь, в зависимости от тяжести травм, пациентов распределили по отделениям. В условиях нештатной ситуации врачи, медицинский персонал, технические работники и службы экстренного реагирования успешно справились с поставленными задачами. На работу учреждения здравоохранения тренировка не повлияла. Во время проведения учений все отделения Центральной городской больницы функционировали в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации города.